Приветствую вас, уважаемые зрители канала, подписчики, любители пневматики. Сегодня у нас очередная барахолка. Я представлю несколько лотов. У меня есть и винтовки, и есть и оптика. Есть та оптика, которая не продалась в прошлый раз. Поэтому смотрите, кого заинтересует. Как говорится, наши двери открыты. Начать хочу с винтовок. У меня сейчас в продаже три винтовки. Это два буллпапа и карабин. ML15 калибр 5,5, M2R калибр 5,5 и Егерь 6,35 под полнотел. Смотрим. Лот номер один. Винтовка Атаман M2R калибр 5,5. Кастомная версия. Видим, какой здесь ствол стоит. Посадка в коробку также увеличена, по-моему, до 18 мм. В комплекте идет магазин, я его сюда не выложил. Винтовка, как мы видим, тюнинг Солдатова. В комплекте идет также два модератора Дианы РВС. База сейчас снята, как мы видим, она сюда на горячую садится. Снята для того, чтобы сделать обслуживание винтовки, потому что резервуар по-другому не выкрутить. Соответственно, винтовка позиционируется как спортивная. Несмотря на то, что это буллпап, здесь Лотер Вальтер 406 твист, полигонал. Хотят за нее 82 тысячи. Настройка на монстр редизайн, но это все обсуждаемо. Так как винтовке будет производиться ревизия перед продажей, то тот, кто заинтересован в ее покупке, мы можем с вами согласовать настройку. Также по вашему запросу я ее могу отстрелять. Как в тире, так и на открытом воздухе. Так как винтовка позиционируется, еще раз говорю, как спортивная, соответственно, должна быть соответствующая кучность. Но вот эти вот надписи просто так на винтовке не ставят. Следующий лот у нас ML15, вот в таком вот пластиковом кейсе. Сейчас я его открою. Вот так вот выглядит винтовка. Это ML15 калибр 5,5. Вот такой вот интересный модератор. Она настроена на пулю 1,645 грамма. Винтовка настраивалась в нашей мастерской. Вот есть отстрелочная мишень 10 октября 2018 года. Проводились работы со стволом. Полировки, фаски, там пульный вход. Все, что нужно было. Здесь установлен кит фомича. Ну, для того, чтобы на 1,645 разогнать. Как мы видим, вот такие параметры у данного изделия. Винтовка в отличном состоянии. Недавно обслужена. Ничего здесь не травит. За данное изделие хотят 45 тысяч рублей. Следующий лот. Винтовка Егерь 6.35. Прямоток. Лотер Вальтер. Полигонал. Под полнотел. Винтовка 2018 года. Продана в октябре. Настроена, как сказал владелец, на 3,64 грамма. Но винтовка перед продажей будет еще обслужена. Поэтому настройку также можем согласовать, на какую пулю вы хотите. Хоть валан, хоть полнотел. Все это дело мы вам сделаем. Здесь еще вот эта гарда с еврошиной. То есть винтовка 2018 года. Ствол Лотер Вальтер с напором. Очень хорошие стволики. Показывают великолепную кучность. Ложа темная, красивая. Есть по модератору царапины на нем. Ну, есть следы эксплуатации. Но так винтовка в очень хорошем состоянии. За винтовку хотят 64 тысячи рублей. Ну и, как я уже сказал, настройка обсуждаема перед отправкой. Ну, следующий раздел у нас это оптика. Я включу сейчас сюда два прицела, которые были в прошлом видео. Они не продались. Это прицелы Weber Wolf. Следующий лот. Прицел Weber 1.10. Weber Wolf 2. 1.10.26. Так, а сетка какая здесь? GBFD с подсветкой. Сетка будет у вас сейчас видна. На прицеле есть следы от установки
ростовского кронштейна, который а-ля шпур. Ну, кто с ними имел дело, знает, что они оставляют на анексе следы, которые не влияют на работоспособность никак. Но за счет этого они держатся очень хорошо. Прицел абсолютно исправен. Так, цена 18 тысяч рублей. Новый такой стоит 24 тысячи с чем-то. Прицел на 34-й трубе. Тактические барабаны. Туговатые. Но не собьются в чехле. Подсветка. Стройки от параллакса нет. Следующий лот. Прицел Weber Wolf 2. 5.30. 56. ФФПшник с подсветкой. Установлены родные кольца. Стандартный заводской комплект. Флипапы. Кольца. Также тактические барабаны. Вот здесь они поинтереснее работают. Стройка от параллакса боковая. Подсветка. Так, сетка будет у вас сейчас на экране. Данный лот 26 тысяч рублей. Новый стоит 34. Также у меня представлены два прицела. Для тех, у кого не хватает деньги на новые и кто хочет что-то побюджетнее. Это Липерс 10-кратник и Маркул 6х24 ЕВВ первой генерации. Следующий лот. Оптический прицел Липерс Акушот 10-44. То есть это постоянник миник. Отлично подойдет на буллпап. Оригинальная упаковка. Оригинальные кольца. Все работает. Механика работает, подсветка работает. Данный лот стоит 9000 рублей. Для тех, кто хочет недорогой и качественный прицел, welcome. Следующий лот. Прицел Маркул 6х24 ЕВВ. Это первое поколение прицелов. Сетка MAR-015, по-моему, она называется. Да, MAR-015. Прицел в отличном состоянии, с уровнем бленда, ну то есть весь заводской комплект присутствует и неплохие кольца. За прицел с уровнем хотят 16 тысяч рублей. Вот это в принципе все, что есть у меня сейчас на комиссии. Кого что-то заинтересовало, пишите в почту, либо звоните, либо пишите ВКонтакте. По М2Р и по Егерю, как я уже сказал, перед продажей будет произведено ТО и необходимая вам настройка. За сим с вами прощаюсь. Спасибо большое за просмотр. Ставим лайк, подписываемся на канал, пишем комментарии, присылайте свои изделия на комиссию, обслуживание, ТО. Все это мы делаем. До новых встреч. Пока.